Всем привет! Сегодня будем готовить куриный зельц. Нам понадобится для этого литр воды, упаковка курицы, чеснок, лавровый лист, желатин, пустая пластмассовая бутылка на 1 литр. Для начала нужно отварить курицу. Варим примерно 40 минут на среднем огне. Отделяем мясо от костей. Пока бульон горячий, растворяем в нем желатин. Нарезаем чеснок мелкими кусочками. Засыпаем мясо в бутылку. Заливаем бульон. Хорошенько встряхиваем. Убираем в холодильник на 7-8 часов. Разрезаем бутылку, достаем наш зельц. Вот и все, зельц готов. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр!